Успей подключить набор Twitch Prime и получай разные плюшки. Ссылку на набор найдете в описании под видео. Ребят, всех приветствую, с вами Левша, и у нас сегодня стрим, как вы уже догадались, такие дела, на чем мы к тебе пришли. Так, короче, суть стрима простая, мы врываться будем, ну, как старые добрые, решаем. Ты, кстати, я смотрю, нормально название стрима сделал, Беовульф. Ну, а чё? Ну, может, ты там не шаришь, как правильно там, вот это всё. Да-да. А я еще не выспался, и так что будет веселый стрим по-любому. А я сидел в калике, такой, оп, думаю, пишет, так чекнул чисто конфу, хренась, могу, и все, пришел. Могу. Тогда я просто думал, позвать кого-нибудь, а я думал, сейчас вот так каждому писать, ну, и там же напишешь, надо ждать. Думаю, напишу в корм, и все. Это Вельфка, ему как не напишешь, он всегда отвечает. Да-да. Не, вот такие танки мне нравятся, вот я прям... Бля, что-то Димон на первом месте, каждый бой почти. Ну, мы 3 боя сыграли, в 2 я на первом. Но Биби же меня учит врываться. Я же лох в этом. Ты че, лох ты? Не, реально, от такой игры прям получаешь удовольствие, вот эти врывы. Я говорю, давно не играли, а то страдания, блин. Нормально, 7 фрагов, здравствуйте. А почему мы так рвем их? Не знаю, мы просто проезжаем, что-то даже не чувствуем. Чувак, у меня 7 фрагов, 4500 урон, 2500 за света, здравствуйте. Ну, короче. Сейчас 3 отметки будешь брать, походу. Да, стрим, который заслужили зрители. Стрим, который мы заслужили. Так тут бои быстрые, вот сколько этот бой, сейчас посмотрю, длился? 4 минут. 4:20, да. Ну да, вот я это посмотрел. Подробный отчет. А, подробный. Ну, ладно. Биба, ты будешь за меня потом? Командир, я думаю, да. Ну, зависит от того, кто там вообще отберется. Ну, еще же неизвестно. Да там без разницы, кто отберется, Биба. Будешь за меня, да? Типа ты раньше подошел? Димон заранее уже. Типа да. Слушай, а мы можем по нулю проехать, здание забрать? Ну, а что-то в этом бою тупо впитало души. Вот это нормальная игра, пацаны, мне нравится прям. Сложно. Блин, каждый бой по 4 минуты. Миша, возьмите убогие танки, раз вы играете на скиле топ-взводом, или вы боитесь за стату, в чем интерес таких боев? Нифига себе, ты ездишь и убиваешь всех, грамотно координируешься. И даже прикольно, это фаново. Ты от этого получаешь удовольствие от таких боев? Я не знаю, мне кажется, зрители могут сами в чате написать. Кто бы хотел так же поврываться, поиграть и также получать удовольствие от игры? Не знаю, мне кажется, многие. Это реально фан. Это есть идея. Толкай, командир. Будет стрим? 9-7, 3 отметки. Не, я не вывезу по скиллам. Да вывезешь. Сейчас уже проще. Не, может быть, но все равно. Но я не могу на EBR 7 взять 30 отметки. Это мне. Ой, Дим, я на 10 столько брал. Ну, на 10. Я вообще на 10. Причем не только отметок, да? Да. Я тупо с управлением бы не справился. Короче, здесь я реально так анализировал, смотрел, думал. А дальше в чем прикол самый? Что в битве блогеров, короче, Amway точно обгонит... Ну, короче, Amway будет второй или первый. И Юж, соответственно, первый или второй. А вот за третье место самое интересное, что будет борьба по-любому. У Джова, Корбана и у Грани. Потому это что... Да. То есть, может быть. Да, Джов сейчас начал набирать очки. Вот, и в любом случае он сейчас постоянно там эту тему всю форсит и за него голосует. И понятное дело, что игру вот будет... Не, конечно, если будет состав, как в предыдущей битве блогеров, я считаю, это вообще, конечно, ни о чем с точки зрения этого интереса. Потому что разницы особо не увижу. Разницы, мне кажется, особо не будет в результатах. Вот. Ты уже готов, так сказать, победить. Да, я готов... Победный... Второй подряд. Не ЧСВ, да. Не, ну, реально было бы, конечно, круто, да, ты или Грань, или Коробка закинуть. А камуфляж новый будет у тебя, Дим? По идее, да. Ну, я еще буду спрашивать, конечно, ВГ на эту тему, но по идее нужен вообще... Я считаю, он и в раскрасе другом должен быть. То есть понятно, что ассоциация желтый, там все остальное, но я вот хочу, например, другой раскрас. Потому что... Ну, во-первых, у меня, смотри, видишь, как написано «Левша Тим» здесь? У меня будет по-любому по-другому написано, как мой логотип теперь.
Вот, да, соответственно, должно по-другому написано, и по идее, да, расскажу. Это, Дим, закажи 3D стиль, чтобы тебе тупо тебя нарисовали, что ты на танке сидишь. На хэви мауса нормально зайдет, да. Дима говорит, как девушка легкого поведения. Вчера за шотник отопил, сегодня за грани. Не понял. Убью. Шлюха. Да где он за грань топил? Ты, я название взял. Топим за грань. Это не у меня название. Да. А у Левши. Топим за грань. Я и мои зрители топим за грань. Ну, ребятки, что-то слишком, мне кажется. Надо чекнуть хотя бы что-то. Нашел себя, убиваем. Ой-ой-ой, Дим, подожди, я еду. Семка на вас тоже переезжает. На катке он. А тут еще конь. Мне помощь нужно быстрее его убивать. Убивай 9-7, я буду коня каточить, чтоб он заблочил вход. Я к вам еду. Просто заживите, я сейчас подъеду, буду другой. Все, короче, на катке стоит, Дим, он на катке. Отпусти его, отпусти его назад, отпусти его. Тебя же не видит, нет? Он меня. Окей, ладно, все. Он КД. Танкует еще. Просто вход заблочил. Нормально, нормально, нормально. Давай. Давай сзади этого встречать. Эльфище, мы можем проехать вперед или не сможем? Поехали, поехали. У нас там уже. Нормально, да, нормально, нормально. Как же это все жестко, если честно. Как же это, да. А что с ними происходит? Они не успевают. Это в полном говне вкушали и вывезли все это. Когда тебя Левша уже позовет свою рубрику? Левша против? Да, кстати, его скоро будут звать обоих. Понял. Чтоб меня чело окончательно разорвало. Во как. А тем временем, кстати... Захотел. У нас 10 из 10. Угу. Не, ну это, конечно, я вообще даже не ожидал, что такие врывы и такое удовольствие от игры, это же... Так и надо, хотя такой взвод там, если посмотреть статистику, что одного вот. Хотя у тебя Биба вообще так себе стата, да? Да. Я долго играл на пофиг. Пару лет, первый. Потому что, ну, чувак такой смотрит, это он на пофиг играл 66%, 2800 урона, да? У меня очень много боев на говнотанках с очень низкими показателями. Со средними, скажем так. Если там треть этих боев таких вот убрать из статистики, то там нормально все будет. Даже, ну, не, уже не треть, наверное, четверть. Давай анекдот, анекдот, говорит. Меня просто душат анекдотом. Надеюсь, там чиф отходит. Ну, на пляже лежат... Да, чиф — это фигня. На пляже лежат, да, два влагалища. Вот, и одна другой говорят. Я тут слышал про тебя рассказывать, что ты это фригитная. Она говорит, да, это все злые языки наговаривает. Да? Понятно. Меня Ольга спрашивает, Дима, там юж себя рекламу херачит вместо... Вместе модпаком, это честно. Я же вчера стрим делал на эту тему. Может, вчерашний, Ольга, может, вчерашний стрим посидеть, послушать. Даже просто фоном. Вот, что я думаю на этот счет. Ты считаешь, что это нормально? Я? Но не против? Нет. Ну, что если такое? В правилах не запрещено. Я говорю, долго, yeah. Долго можно рассуждать насчет того, красивых, некрасивых, хорошо и это плохо. Это же его контент, это же его модпак. Но это полностью его продукт. Да. И он в своем продукте. Он, к примеру, вот был, не знаю, был бы у меня Инстаграм, например, там 5 миллионов подписчиков, к примеру. А я в танк стримлю, ну, то я стримлю, а у меня Инстаграм 5 миллионов. Я пошел в Инстаграм, еще прорекламировался бы. Кто-то бы, по-любому, нашлись бы те, кто сказали, что это плохо. Или если бы такая же рекламочка можно на свой канал на Ютубе, допустим, во время стрима сделать, чтобы предлагала там проголосовать. Да, да. Тоже бы, я думаю, все делали. Да. Не, я говорю, там, ну, куча вариантов. То есть... Давай так же все. Так же. За любое твое такое действие тебе всегда найдут всех, которые скажут, это некрасиво, то некрасиво. Там, если копнуть, я тебе говорю, ну, на каждого можно так же, ну, каждого так можно жестко разнести при желании. Давай. На КД, офигеть, она херачит. Не, давай на семку, давай на семку. Поехали, 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 поехали. Я без боя уплатный, чувак. Что тут больно. Мне надо засейвиться, я в сейф поеду сразу. Каток ему дай. Или давай едем. Я не могу. Я в сейф просто уеду. Я пока этих держу. Просто он мне бока сейчас взорвет, если пробьет. Засейвься куда-нибудь, закружи его просто. Дай ему еще каточек. Не, КД просто тут 15 секунд. Да ее просто, лучше я его просто развалю. У меня все плохо, короче, без меня пока. У меня тоже все, блин. На катке. Да, чувак, я просто не пробиваю. Спрячься за меня назад, если хочешь. Нормально.
Я просто я как говно отыграл. Если бы он мне быка не выбил, мы бы его быстрее гораздо убили. Да мне надо было, я, во-первых, мне сразу, мне надо было сразу просто его пробивать по КД и все. Командир, ну прости, я тебя подвел. Да не, нормально все, боец, еще. Кика не будет? Не, никакой случай еще. Ладно. Уже все как родные. Да не, на самом деле вот, ну там у нас понятно, у нас потихонечку в этом состав меняется корм чуть-чуть. Но если вот основа ну, уйдет в итоге, я думаю, просто может клан распускать. Потому что он даже не интересен мне самому уже без этих. Я так людей. Скажу, командир, чтобы такую роту переманить, ни у кого денег не хватит. Тут, нет, здесь еще прикол в том, что этот. Ну просто уже клан мне даже самому не интересен без этих людей. Вот и третий. Реля нету, он куда-то переехал. Он просто упарывается на меня. Понимаю. Кружи, каточ. Что такое? Все, он. Ну все, ты наигрался. Упоролся. Мотя. Мотя упоролась. Да. О! Откуда? Слушай, Мотя, вот да, отсюда нормально. Вот отсюда рта, да. Нормально, где рта вот прокинул. Офигеть, он закинул. Нормально, Мотя такой, ну все, разобрались, как бы следующий. Ну все, Мотя в ангар. Что-то потнее, потнее катки идут. Да, так я тебе говорю, осталось типа нам две победы сделать, и мне кажется, они будут вообще лютые. Обидно, что 2-6-0 уже приехал, походу. Да. Да, ты вот давай, 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 давай. О, приехал. Ой, я справа буду выстрелить. Давай, зарвём его, рвём его, рвём его. Дай ему тыку. Я его не вижу. Убиваете? Да. Вью, ты его под... Ой. Я его поджёг, чувак. Я его поджёг, а Вип его быка взорвал. Это фаталити выполнейшее. Тут что-то фош быкует. Да куда ты скачешь, грёбаный прицел на этой прилефе? Ты не починили еще, да? Да. Бедный Хэвик, я ему за щеки столько накидал. Да это, да, блядь, что за бред какой-то, я не пойму. С этим прицелом гребаным. Я только навожусь, только я свожусь его убивать, он мне вверх подскакивает во время выстрела. Из кураги, кстати, да, он. Ну, что теперь? Кто дам? Кто дал? Я слушаю, мне тоже послышалось даун. Не, из кураги говорю, клан курага. И потом даун. Не-не-не-не. Ни в коем случае. Ни в коем случае, ни в коем случае. Статистики. Так, я предлагаю, надо закончить, пока все не стало хуже. Не, так все уже, все, да. Спасибо, ребят. Отлично покатали, хороший стрим. Урон говорим. 3061. 3686. 3900. Кто? Чуть-чуть. А на свет сколько? 920. Сейчас. А где на свет? Чуть ниже. А, 958. Сколько? 958. 958? У меня 702. А гусление? А это все то же самое, не? Нет, у меня два. Разведка 702, а гусление 495. У нас все вместе. У меня содействие написано. Подожди, это в танковой статистике? Я, да, в танковой смотрю. Так, давай в танковой. Я вообще здесь ничего не смотрел никогда. Средний урон. А, среднее содействие 1197. О, суммарка все равно хуже. Не, ну видишь, кто поддержка. Вот сколько у тебя, Биба, ты говорил? Что, 920. А у тебя, Вильф? 950. 958. Вот, а у меня 1197. Вот видите, ребят, кто командный игрок. Кто для 45% подсвечивает. Ладно, не, на самом деле круто покатали, мне очень понравилось. Вообще кайфово, реально, поврывались. Просто поездили, поворвались и сделали 100% побед. Я сколько стримов делал на 100% побед, ни разу не получилось. Все, всем спасибо. Огромное спасибо вам за лайки. Все ссылки в описании под видео. Не... Голосуйте за грани. И я пошел.